Всем добрый день, доброе утро. У меня уже и не утро, время 10:30. Я тут затеяла с котлетами, прокрутила. Фарш у меня был, достала его с вечера. А маски я от того, что мой сынок за соплями. С соплями говорю, ну тебя нафиг. Иначе я тут тоже обрету это положение. Только недавно проболела, поэтому у него там лазарет в спальне. Температура. Болеет. Ой, закашляет. А я ему сейчас пожарю яичницу. Орет, давай жрать. Есть хочу. Ну, есть хочу, так сейчас накормлю. Жарим яичнику. Пару штук он больше не съедает. Не дадим мужику умереть с голоду. Сейчас пожарю яичницу. Сделаю ему лимонную воду. И все. И начну тогда заниматься с котлетами. Ой, эти дети, как болеют, так лучше самой переболеть. Особенно мужики, они такие квелые. Я болела, говорю, меня никто не обслуживал, сама ходила. А тут подай, поднеси. Все для него дорогого. Куда же деваться? На то она и мама. Приходится обслуживать своего сыночка. Ну все, сейчас яичницу я ему пожарю. Сейчас наведу лимон и воды. Это лимон и вода. Горячая, кипяток. Вот и вся вода. Да пьет ее холодную, не пьет ее горячая, пьет холодная. Ой, нос чешется каким-то новостям. Ну что ж, буду тут своей яичникой заниматься. Воду уже здесь приготовил. Тут чайная ложка сахара и лимончики. И яичня готова. Яичня готова. Яичек. Делаю ее такую, чтобы глазунья была. Он любит кусочком хлеба окунать сюда и есть. Как любит, так и делаем. Вот и готов завтрак у него. Раз умирает с голоду, не дадим помереть. Накормим. А я сейчас буду делать котлеты. Все готово. Сейчас вилочку. Хлебушка. И все. Пусть завтракает. Вот такая аппетитная яичница. Обычная, без всего. Солить тоже не солю, он сам солит. Как верблюд. Я сок новой соли не ем. А здесь у меня фарш. Свинина. Вы знаете, не буду экспериментировать. Уже надоело все эксперименты. Как я делала, как мои родители делали. Как свекровь моя делала, как мы в школе делали. Так я и буду делать. Вот эти эксперименты, вы как хотите, так и готовьте свои котлеты. А я уж как умею. Как нам нравится. Картошка, хлеб, лук и мясо. Все. Можно перец черный добавить. Больше ничего, поэтому... Вот такой у меня фарш. Свинина, лук, картошка, хлеб. Хлеб белый. Замочила в молоке небольшой кусочек. Картошечки. Все. А вот эти эксперименты, то с капустой, то там, ой-ой-ой, нет. Больше я заниматься этим не буду. Потому что попробуешь, есть невозможно. У всех вкусы разные, я не спорю. Поэтому я готовлю, как я умею. Я кулинарных техников не кончала. Это все жизненный опыт. Так что сейчас вот нажарю своих домашних котлет. Вермишельки отварю. И вкуснота. А там еще что-нибудь придумаем сейчас с вами. На соль я попробовала. Перец черный добавлять не буду. Он острый. Острый я не переношу. Не так давно насушила сухариков. Они острые. Добавила черный перец. Пришлось выкинуть дружку. Отнесла, и он их не стал есть. Говорит, ешь, сама не острый. Поэтому острую пищу мы не едим. У каждого свой организм. Каждый привык к своему образу жизни. Поэтому ничего сказать против не могу. Кто как любит, так и питается. И делает еду такую, которая ему комфортна. Ну все, сейчас я уже сковородку поставила. Котлетки немножко раскидала. Их будет совсем не так много. Но нам хватит вполне.
Сейчас кулинарных каналов очень много. Друг у дружки смотрят, экспериментируют. А это уже, знаете, мало того, еще телевизор нам полно показывает. Только сиди и готовь. Готовить-то да, попробуешь и не нравится. Поэтому нечего переводить продукты, к чему привык организм, то, что он переносит. У нас рецептор язык. Если вкусно, значит, еще будем делать. А если невкусно, значит, увы. Больше этим заниматься не будем. Так что вот такие мои котлеты. Может, кому-то не понравится, я не настаиваю. Я говорю, все мы готовим по-своему. Сейчас укрою их крышечкой, и пусть они тут себе шкварчат. Я даже сковороду поставила старую. На ней котлеты вкуснее. А у меня 3 штуки новых. Ну, не нравится. Вот какие-то они и такие получаются. Ну, сейчас посмотрим, какие же у меня получатся на этот раз котлетки. А еще поставлю сейчас вермишель. Воду надо поставить и сварить вермишель тоненькую. Макароны как-то мы не очень. А вот вермишель у нас идет лучше. Не знаю, как у вас. Мы вермишелевые. И то как-то редковато варим ее. Но все равно и варим. Я уже их перевернула. Вот такие вот они румяные. А тут стоит вода у меня на отварку второго вермишельки. Не так давно я купила этот вермишель, и мне уж хвастали, что итальянская технология, что она не разваривается. Сейчас отпробуем, правда или нет, стоит это брать или так это. Купил и выкинул. Сейчас сварим вермишель тоненькую. Как не откроешь еще. Котлеты готовы. Ну, еще сделаю подливку. Здесь у меня обычная вода. Подливка совсем простая, без всяких наворотов. Вот вода. Лучок бросила. Развела ложку муки. Не обжариваю ее. Ничего не делаю. Развела до такой жидкой консистенции. Не выговоришь слова. Томат свой. Сейчас сюда добавим ложечку. Сухой возьмем. Рожь положу туда еще и адыгейскую соль. Вот такая будет у нас подливка. Ну, думаю, достаточно. Это чересчур. Ее там подливки как кот наплакал. Чудок. Сейчас это все я размешаю. Лучок у меня кипит. И туда добавим сейчас это все по-быстрому. Лук дает желтый цвет, такой приятный. Ну что ж, все готово. Поехали. Промешиваем и добавляем, чтобы не получились катушки. Листик лаврового листа. И сейчас адыгейскую соль добавлю по вкусу. Тут и пряности в ней, все в ней есть. Прокипел, вот вам и готова подливка. Сейчас окончательно все вам покажу по-быстрому и все. А теперь я вам покажу, какие у меня получились котлеты. Вот такие вот они на вид. Они очень мягкие, нежные. Очень вкусные. Сережку уже пробу снял. Так, руки жирные. Сейчас вытрем. А теперь вермишельку, которую я говорила, не знаю, какая она получится. И вермишель получилась замечательная. Не разварилась. Можно брать. Так что еще надо пойти пару пакетиков взять. Там вес в нем 400 грамм. Ну и это зима и лето. Подливка. А тут подливка готова тоже. Она не крутая. Еще добавил здесь укроп, зеленушку. И подливка готова. Все, управилась я. Сейчас теперь наложу. У меня время обед. Буду так обедать. Взяла тарелочку небольшую. Сейчас кинем сюда вермишельки. Вон какая хорошая. Одна к одной прям. Думаю, хватит. Котлеточку румяную. О, мягенькую. И польем все это подливочкой.
такой красотой. Я буду сейчас обедать. Если кого-то я смотивировала на такую еду, я буду очень рада. Готовьте. Это вкусно. По-домашнему. Без всяких тут придумок. Все просто. А после обеда я немножко решила посеять семян. А семена буду сеять такие. Была в магазине и купила сказочный узор многолетник. Гвоздика перистая. У меня растет какая-то бледная такая. Розовенькая такая, слабенькая. А тут вроде яркая, белая. Ну, там и цена 12 рублей. Рискнем. В общем, одним словом, рискнем. Если взойдет, если что-то получится, только буду рада. Но нет, так и нет. Привезли у нас семена. Я обрадовалась, побежала. Думала, там мне сейчас цветов привезут. Цветов вообще не привезли. Вот набор кабачков. И в подарок дали прилепленные здесь кохи. Кохи как-то я сеяла, у меня ничего не получилось. Это с него веники делать хорошие. Но они получаются такие шикарные, большие кустяки. Попробую посеять. Попробую сейчас, если получится, туда и сюда. А это кабачки. Негритенок, белогор и какой-то желтый. А, желтоплодный. Мне их хватит вполне. А такое состояние, что как будто семена светофор. Ну нет, это поставка совсем другая, к нам магазин идет. За 10 рублей взяла капусту белокочанная зимовка. Это поздний сорт. Ее будем сеять в апреле. Такую я ни разу не брала. Не знаю, как будут сходы, да нам много не надо ее. Там у меня есть несколько семян другой сортов, поэтому остановилась на одном. Там была еще, правда, средний поздний, но я не стала брать. И вот еще взяла катарантус, у меня взошел. Я говорила, если я буду, вернее, зайдет он, я куплю еще. Очень больно красивые, яркие цвета. А это колокольчик. Наживается Снежана. Наживается Снежана. 80 сантиметров высота, но двухлетка. Зацветет только на будущий год. Ну уж посмотрим, если будет хороший. Я вообще, знаете, такая решительная. Если мне что-то не нравится, я быстренько увольняю. Нечего мне тут занимать территорию. Пошли вон. Так я ему говорю. Так что сейчас посею атлант, катарантус еще, плошечку. Колокольчик тот белый, больно уж красивый. Что-то как-то мне понравился. Многолеточка. И вот эту гвоздику. Да, про кохи это я забыла. Сейчас пойду принесу плошечку. И кохи посеем. Муж зайдет. Я думаю, тоже пора ее посеять. Февраль месяц все-таки уже. Хороший февраль идет. Ну вот и четвертая плошечка. Я обрадовалась, честно говоря, побежала в магазин, говорю, пойду, схожу. Тут срок года за 22-го, 12-й. Ну, как говорится, живы будем, не помрем, посмотрим, что получится. Особо не нравится эта гвоздика, а мне только это шикарное листва, такая вот седая, у которой вот я посеяла. Вернее, растет у меня. Сейчас мы простенько вот так бороздки сделаем. Три рядика и посеем. Зайдет, зайдет, не взойдет. Невелика потеря. Зайдет, мы да ее распикируем. И пусть она себе растет. Кто-то мне писал, что эксибишн лук, эксибишн плохо сходит. Да я бы не сказала. Прям хорошие такие росточки. Но это я вам все покажу позже. Вот и семечко-то. Кот наплакал. Плакал, плакал и наплакал. Ну и хватит. Из двух пакетов вырастет 5 штук. И 6, и 7 хватит. Заровняем. Вот такая посевная. Сеять люблю. Быстро. Раз, раз и готово все. Примнем чудок. А потом сейчас я принесу опрыскиватель. И мы все это опрыщем. Так, эту сторону. Подписать не забыть надо. Там что гвоздика. Займемся с колокольчиком. Колокольчик, 24-й год. Давай, друг, посмотрим, что тут. А, тут отдельный пакет. Отдельный пакет, но я тоже сделаю боросточки. Три штуки. Прям пальцем. Не будут заморачиваться на раз-два. И посеем прям с пакетика. Ой, тихо. Тихо, тихо, тихо. Семена белые. Сейчас я вам покажу их.
Вот они какие белесые. Ну ладно, сейчас я чуть-чуть еще возьму с мешка земли и присыплю как следует. Вот так вот. Присолю. Глубоко не засыпаем, иначе можем засыпать навсегда. Ничего не взойдет. Готово. Вот так вот положу, а то забуду, где что сеяла. Ну что ж, катарантус, дорогой, пойдем, друг, тебя посею вот такую плошечку. Отдельную вот. Уже маленькие там сходы. И уже вырисовывается рисунок самого листочка. Листочки у них такие вот, я даже не знаю, как сказать, ажурные, красивые, длинненькие. Ну, посмотрим. Семян тут не особенно много. Раскидаем по почве, по нашей. Каждый раз, когда открываешь, еще мало. Вот, даже не оторвала. Не оторвала. Всего-то тут 10 штук. Вот мы их так вот кинем по одному. В разные участки, по горшочку. А там будем наблюдать, какой взойдет, какой нет. Все, эту прям возьму так вот и присыплю. Ну, кохи. Сейчас я ее оторву отсюда. Green Forest какой-то бачок. Быстрорастущие декоративные лиственные растения для бордюров и цветников. Хит сезона. Удачные семена называется. Ну что ж, давай попробуем кохи. Семян много. Вот они. С этой кофе, я говорю, мне мама, помню, в детстве веники делала. Зимой вот подметал снег, веник, валенки обметать, им хорошо, сапоги зимой. А так летом, да. Стоит здоровый куст такой, пушистый-пушистый. Цвет у него красивый, зеленый, насыщенный. Ну, потом что-то как-то перевелись. Почему, не знаю, он, Сергей мой, кашлюн. Все, обильно посеяла ее. Кохи. Засыплю сейчас землей. Теперь осталось мне навести порядок, подписать и опрыснуть и на окошко. Мешочки поставить. Опрыскаю и пойду сейчас на окошко под лампу они. Посевная закончилась. Быстро. За 3 минуты посеялось все. Все, теперь завязываем пакетики. И забываем про них на день-два. Потом откроем, опять опроснем. И будем ждать сходов. Пакетики желательно прозрачные. Делать. Ну, он почти что у меня белый весь. Ну, немножко зеленым. Это Юля привозила. Индейкин дом называется. Вот написано. Индейкин дом. Своего магазина. На квартир пакетиков. Я говорю, Юль, да у нас тут 50 рублей, что 100 штук. Хорошие пакетики. Да давай, халявные. Такая вот у меня теперь посевная была. Посевушечки закончились. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Мы уже это тарабаним каждое видео. Ну, кому-то идут. А ко мне что-то как-то придут, уходят. Значит, что-то не то с моим каналом. Контент не тот. Не нравится людям. Ну, такова моя жизнь. Я не унываю. Все будет хорошо. Даже если ничего не получится, это все останется мне на долгие годы. На память. Всем спасибо, всех благодарю. До свидания, до новых встреч.